Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня гость нашей открытой студии – экономист, политолог, публицист, директор Института проблем глобализации Михаил Геннадьевич Делягин. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И я, специальный корреспондент СОО, например, Андрей Захарченко, буду беседовать с нашим уважаемым экспертом о странном российском феномене. Денег нет, но на бумаге экономика и люди процветают. Михаил, и первый вопрос, который я хотел вам задать. В чем главный политический и экономический итог минувшего 2017 года? Ну, понимаете, для меня, у меня очень специфический взгляд, я экономист, и для меня итог 2017 года главный, что официальная статистика перестала выражать что бы то ни было. Ну вот простой пример. Не считая декабря, за первые 11 месяцев года сверхдоходы федерального бюджета составили 1 000 000 000 рублей с четвертью. То есть федеральный бюджет захлебывался от денег. Это порядка 10%, даже чуть больше 10% сверхдохода. Казалось бы, замечательно, да? Но на самом деле это достигнуто за счет не только дорогой нефти, не только за счет более высокой, чем планировалось, реальной инфляции, не 2,5%, конечно, а в первую очередь за счет дикого занижения всех прогнозных показателей, которые в этот бюджет закладывались. А дальше мы имеем рассказы про экономический рост. У нас там якобы экономический рост то ли 1,5%, то ли 1,6%, еще не посчитали по итогам года. И вот нам этим нужно гордиться. Но макростатистика Росстата после реформы, которая прошла в ноябре 16-го позапрошлого года, ничего не выражает совсем. Она даже нельзя сказать, что она завышает статистику. Она ее иногда феерически занижает. Скажем, в феврале месяце у нас был промышленный спад, знаете из-за чего? Из-за 20% сокращения потребления воды в стране. Ну, так не бывает просто. Это очень инерционный показатель потребления воды. В целом, это был год плавного загнивания, и даже официальная статистика не смогла скрыть падение уровня жизни. Так что, если брать интегрированный итог, то для меня 2017 год — это год завершения там, русской или крымской весны, кому как нравится. Это год, когда исчезли иллюзии, что государство может быть разумным не только в вопросе Крыма, но и в остальных вопросах. Это год такого тихого реванша либералов. Сейчас уже нет практически сомнений, что либеральная политика не изменится после выборов, социально-экономическая, что страну будут по-прежнему душить искусственным денежным голодом, и всякие чубайсы будут с гордостью говорить за свой труд, что они с пессимизмом смотрят на будущее России. Смена либерального клана власти не произойдет. То есть будут, безусловно, заменены персонажи, и, может быть, даже появится кто-нибудь нормальный, но в целом либеральный клан будет контролировать социально-экономическую сферу. Патриотизм людей закончился в целом. То есть люди осознали, что такой бытовой повседневный патриотизм, он противоречит государственной социально-экономической политике. Конечно, не осознали, но ощутили очень сильно. Ну и, то есть, перестали люди задавать вопросы, а почему там мы не помогаем людям на Донбассе и так далее. Стало ясно, что это не к этому государству вопросы нужно задавать. Вот. Ну и раз мы вступили в режим загнивания, находясь в конфликте с Западом, то истории с Олимпиадой нам очень внятно показали, что впереди нас ждет попытка госпереворота. Если американцы тупо будут работать по стандартам, тогда у них будет фальстарт вскоре после выборов, это хорошо. Если они будут работать умно, они отложат на потом, я думаю, не смогут они от своих стандартов оторваться. Но даже фальстарт это тоже не очень хорошо, потому что тогда произойдет, естественно, дополнительное окостенение административной системы. С одной стороны, потому что очень страшно и ничего не нужно менять. С другой стороны, мы победили. И подтверждение нашей правоты лишний раз доказывает, наша победа подтверждение правоты, доказывает, что ничего менять не нужно. Вот, так что это достаточно был такой печальный год. Вы говорили о том, что страну продолжат душить денежным голодом. Но вице-премьер наш Дмитрий Медведев увидел изменение тренда в том, что реальные доходы населения не падают,
а наоборот растут. Это что, сознательный обман или знаете, это что-то страна другое? Уже давно перестала задавать себе вопросы, какую коноплю выращивают где-то в районе Белого дома, ну, дома правительства. Стало ясно, что простым людям такой конопли не достать никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот. Если серьезно, то, во-первых, господин Медведев, наверное, не читал, если вы его точно цитируете, статистику. Потому что в течение первых 11 месяцев по официальной статистике реальные доходы снижались. Не сильно, но снижались. Росла реальная зарплата. Но это разные вещи. Реальная зарплата – это доходы части людей. Реальные доходы снижались. Также немножко вырос розничный товарооборот, но нужно понимать, что он вырос, если исходить из официальной инфляции в 2,5%. Если исходить из той инфляции, которую люди на себя ощущают, по данным социологов, это чуть меньше 9%, по-моему, 8,8%, где-то так, то тогда у нас получается довольно существенное снижение. И реальных доходов, и реальной заработной платы. Ну, а господин Медведев, наверное, просто судит по себе и по своему ближайшему окружению. У них все хорошо. Михаил, по оценке Банка России, отток капитала в 2017 году составил в чистом виде 31,3 миллиарда долларов. То есть по сравнению с 2016 годом вырос ну, более чем в полтора раза. Однако Банк России ожидает, что в 2018 году это будет всего лишь 16 миллиардов. Скажите, как удастся достичь такого сохранения? Ну, и удастся во-первых, вообще? Сугубо статистическое уточнение, вы уж меня простите. Дело в том, что это первичная статистика, она правильная, она справедливая, все хорошо. Но она исходит из того, что валютные операции российских банков с Банком России, они тоже являются трансграничным движением капитала. Не совсем так. Значит, по уточненным данным того же самого Банка России, у нас рост оттока капитала составил 28,8%, а в прошлом году 29,9 миллиарда, в этом 38,5 миллиардов долларов. Ну, если госпожа Набиуллина планирует сокращение оттока, ну, весьма вероятно, что это связано, ну, просто с тем, что она верит официальному прогнозу цены нефти. Я напоминаю, что в федеральный бюджет заложена нефть $40 за баррель. Реально. Вот. И, значит, с оттоком капитала все очень просто. Либеральная политика, основанная на искусственном денежном голоде, она исключает возможность нормального развития экономики. То есть даже если в страну приходят деньги, им некуда вложиться, не во что. Потому что что бы они ни произвели, люди это не купят, у них нет денег. Кому бы они ни хотели дать в долг, нормальных заемщиков нет, потому что у них нет спроса. Точка. Поэтому страна зарабатывает валюту, валюта приходит в страну, оглядывается вокруг и уходит. Как у Гоголя. Приходили две крысы, понюхали, ушли. Вот. То есть фактически, извините, фактически нам, гражданам, от того, что будет ли сокращен отток капитала, не будет сокращен отток, нам ни тепло, ни холодно. Ни тепло, ни холодно, потому что почему у нас в этом году отток капитала вырос? Потому что цена на нефть выросла. Цена на нефть выросла, пришло больше денег в страну, ну и, соответственно, ушло больше денег в страну, потому что они не впитываются, не находят себе применения. Набиуллина думает, что будет $40 за баррель, там 45. То есть денег будет сильно меньше. Значит, отток капитала будет сильно меньше. Очень простая логика. А Таисия Силуанов говорит, что, ребят, ну поймите, что если среднегодовая цена нефти будет хотя бы 54 юрлс, то тогда будет 2 триллиона дополнительных доходов. А если будет 60, то будет 2,8 триллиона дополнительных доходов, и вообще федеральный бюджет будет профицитным. А о том, что деньги можно использовать на что-то полезное, они не подозревают никто. У них задача ничего никому не давать. Такой бухгалтерский подход. И я просто напоминаю, что вот эти вот разговоры о баррелях. У нас сейчас нефть, правда, сорт Brent, они Urals штурмуют $70 за баррель. И, грубо говоря, у нас сейчас 69 там с копейками. Вот такова адекватность наших уважаемых руководителей. Ну, тем не менее, смотрите, в 2018 году планируется объявить так называемую амнистию капитала.
с марта по декабрь. И Минфин говорит о том, что в этот раз будет серьезное послабление, что можно будет задекларировать и так называемые закрытые счета, чего нельзя было сделать раньше. А зачем декларировать счета закрытые? Зачем возвращать деньги в страну? Вот об этом как раз я и хотел спросить. Знаете, логика такая. Проклятые империалисты щемят свободолюбивых российских олигархов, которые всей душой преданы своему народу. Но вот какие-то мелкие недопонимания мешают им вернуть деньги. Давайте мы им поможем. Здесь есть две проблемы. А проблема принципиальная заключается в том, что российские олигархи, они не хотят вернуть деньги народу. У них для денег есть свои карманы. Народные карманы для денег им не нужны. И возвращать денег из страны под любым давлением Запада они не собираются. Они, как Керимов, предпочитают в тюрьме сидеть, но деньги в Россию не возвращать. Они предпочитают, чтобы у них деньги замораживали, как у Прохорова, но деньги в страну не возвращать. Когда там товарищ Путин сказал про замучитесь пыль глотать лет 10 назад или больше, ну вот прошло время, они начали глотать пыль, но они предпочитают глотать пыль. Как это ежики плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. По очень простой причине. Если, я не говорю, что все олигархи украли деньги в России, нет. Но если вы у кого-то украли деньги, вы ни при каких обстоятельствах не будете эти деньги возвращать тому, кого вы обворовали. Если вы украли деньги у России, вы эти деньги проще потеряете в Испании, где уже пошла, так сказать, проверка такая. В Великобритании она пошла такая мягкая, изысканная достаточно давно. А в Испании испанцы люди простые, они просто вызывают повесткой человека в банк. Ну, не повесткой, банк присылают уведомление. У вас есть деньги, сообщите, пожалуйста, откуда они взялись, и предъявите, пожалуйста, доказательства того, что вы там 7 лет назад заплатили с них налоги. Это реально. Вот это происходит сейчас в Испании. Вот сейчас, когда мы разговариваем. Народ плачется, но не громко, чтобы не вызывать интереса к своей персоне в России. Вот. И деньги возвращать люди не будут. И Силуанов это прекрасно понимает. Я обращаю внимание на размер облигации федерального займа, которые предполагается выпустить под эту амнистию капиталов. 3 миллиарда рублей. И может быть еще 1 миллиард, если будет пользоваться спросом. Что за бред? У нас только с 1994 года чистый вывод капитала из страны более 700 миллиардов долларов. Чистый вывод капитала. То есть это то, что ушло за вычетом того, что пришло. А пришло тоже довольно прилично. 700 миллиардов долларов. И если считать то, что ушло дальше, это, я думаю, за триллион будет. А товарищ Силуанов предполагает 3, ну максимум 4 миллиарда рублей. Это очень адекватная оценка патриотизма российских олигархов. Мне очень нравится эта разумность. И если посмотреть на те льготы, которые товарищ Силуанов дает, это только защита от девальвации и все. Это очень частичная защита. АФЗ рублевые и... Значит, с валюты, которая вкладывается в эти бумаги, не будут брать налог на прирост стоимости в результате девальвации рубля. Ну, грубо, я вкладываю 100 долларов в ценную бумагу, потом происходит девальвация, это уже сумма в рублях резко возрастает, и когда я продаю эти облигации за рубли, то я должен платить разницу за прирост. Выясняется. Вот. Соответственно, когда я продаю эту облигацию, должен платить прирост ее стоимости в рублях. Ну, налог с прироста стоимости в рублях. Вот от этой девальвации рубля товарищи олигархов предполагается защитить. Ну и только. Ну, простите, пожалуйста, а зачем это? То есть, опять же... Это красивый предвыборный лозунг. Народ и олигархи едины. Но они не едины, все это знают. Народ это знает, олигархи это знают. Ну вот эти патриотично настроенные олигархи, однако же, сейчас активно покупают гражданство Мальты. Мальты, да, там 800 человек только, 700 человек только сейчас ухнуло. При этом гражданство Мальты очень долго стоило, извиняюсь, 314 тысяч евро. Очень долго. Потом оно выросло до 880 тысяч евро. И вот сейчас, когда олигархи под санкциями, когда их по всему миру обкладывают, и просто чиновники,
и просто обеспеченные люди, приближенные к власти, потому что не очень приближенному к власти очень сложно что-то заработать существенное. Вот они сейчас бросились все на Мальту. Вот вам, пожалуйста, весь возврат капитала. А не станет ли Мальта такой обманочкой, как бы хорошо расставленной ловушкой? То есть не специально ли их туда загоняют? Нет. Вот этими санкциями? Нет. Ну зачем специально? Когда рыбу глушат в реке, никто не говорит, что туда специально загнали. Они бросились в Мальту, потому что Мальта — это не Португалия, это, она удобно расположена. Там много школ по изучению английского языка. Она комфортна, она туристична, она удобна, она всем известна. А в отличие от Португалии море теплое. Да, огромная проблема с беженцами, но лагеря огорожены. И, в общем, это вам не Германия, где беженцы могут вам создать неприятности в любом месте. А на Мальте немножко по-другому, все-таки британское право. Вот это комфортные условия, и они готовы переплачивать по сравнению с той же самой Португалией, лишь бы убежать из российского гражданства. А то, что там их будут есть, ну, они на это согласны. Они готовы отдавать свои деньги Западу, лишь бы не делиться этими деньгами с Россией. А почему не с Россией-то, собственно? Почему с Западом? Какая разница? Повторюсь. А какая разница, кто у них отберет? Понимаете, когда у вас отбирает друг, то он вам что-то оставляет. Более того, ведь наши либералы — это уже не экономическое, не политическое течение, это религиозная секта. А религиозный фанатик, да и не только фанатик, он жертвует своему Богу с удовольствием. Если Бог в лице коллективного Запада забирает у меня мои деньги, которые, как я думаю, я честно украл в России, да, ну, это религиозная жертва. Нужно платить за то, чтобы быть свободным, за то, чтобы перестать быть русским, то, чтобы не иметь никакого ничего общего с этой проклятой Россией. Нужно, они готовы заплатить за это довольно большую часть своих денег. Кто-то идет на это сознательно. Кто-то просто думает, что если Запад хороший, Россия плохая, то на хорошем Западе с ним ничего плохого произойти не может, потому что Запад хороший. Вы будете смеяться, как много умных, казалось бы, людей мне эту конструкцию излагали в разных вариантах. Вот. Но самое главное, что в России три проблемы. Во-первых, санкции Запада. Можно попасть под санкции как сторонник России, как патриот России, как человек, который что-то полезное делает для России, пусть даже нечаянно, и попасть под эти санкции никто из этих людей не хочет, потому что это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Как так? Ты либерал, или ты олигарх, или ты бизнесмен, и ты что-то полезное сделал для России? Ты госслужащий в правительстве в либеральном. Как ты смел что-то сделать для России? Первое. Здесь даже дело не столько в самих, так сказать, содержательных санкциях, там запрет въезда, потери какого-то имущества. Здесь еще проблемы в клейме. Вторая проблема — это то, что у нас, в общем-то, некоторых жуликов иногда отлавливают. Далеко не всех, но можно загреметь. И как бы интенсивность отлова она выросла. У нас там 4 губернатора сидят. Там товарищ Улюкаев получил. Правда, я думаю, что он амнистирован будет 19 марта или там в мае после формирования правительства или еще как-то, но пока сидит. И он не мог поверить, что он сядет в тюрьму, потому что он даже вещи с собой в суд не взял. И это действительно реально страшновато. Ну и, наконец, как бы смена команды. Какая-то будет смена, все равно выборы, смена правительства, второстепенные люди будут заменены у кормушки. Ну, у меня вахта заканчивается, дорогие друзья. Моя вахта у кормушки заканчивается. Зачем мне здесь оставаться? Очень нормально, очень логично. А вот эти санкции западные, есть ли вероятность того, что Россию все-таки в конечном итоге этими санкциями додавят, ну, не знаю, предположим, там, может быть, до положения там, как в Северной Корее. То есть вообще в изоляцию посадят. Ну, знаете, для того, чтобы быть в положении Северной Кореи, нужно как минимум иметь правительство, которое готово служить своему народу. Там хорошо, плохо, культурно, варварски, служить своему народу. Да? А господин Шувалов, который раньше владел замком в Австрии и квартирами в Лондоне, а теперь их арендует,
и все тактично умалчивают, у кого он их арендует, потому что я боюсь, что он арендует их сам у себя, в правительстве Кореи невозможен. И не потому, что санкции, а потому, что там таких ближе тюрьму не держат, на мой взгляд. Конечно, я могу ошибаться. Вот. Полная изоляция невозможна, потому что кроме Соединенных Штатов Америки и Европы есть еще весь остальной мир. Этот весь остальной мир уже научился извлекать огромные деньги из убытков, которые американцы санкциями наносят европейцам. Да и сами американцы, в общем-то, научились уже. Но главные санкции, которые вводят против нас, их вводят не Запад, их вводят либеральное правительство Медведева. К либералу власти останутся, свои санкции они будут продолжать усугублять. Санкции могут выйти на новый этап. Скажем, заморозка, запрет вкладывать деньги в государственные ценные бумаги России. Это будет потеря нескольких десятков миллиардов долларов. Вопрос, как это будет обставлено, это может быть обставлено по-разному. Но даже если деньги уйдут одномоментно, государство их заместит. Опять-таки, если захочет. Если же будут заморожены наши международные резервы в Штатах, это более 100 миллиардов долларов, это порядка четверти наших международных резервов, думаю, даже около четверти, то это само по себе шок, который сам по себе может вызвать девальвацию уже без всяких злых намерений. И если это произойдет, то это будет юридическим доказательством того, что США вышли на финишную позицию в подготовке госпереворота. Потому что это тяжелая артиллерия, применять ее без попытки смены власти не имеет смысла. Американцы сейчас, ну, они замораживали десятки миллиардов долларов у Ирана, по-моему, 40 миллиардов. Мы сейчас в положении, имеем международную репутацию Ирана, так что эта заморозка наших активов никак не повлияет на США. И они только что провели, ну, в середине октября, провели генеральную репетицию с Казахстаном. Когда Казахстан в обеспечении судебного иска на 1 миллиард долларов, полмиллиарда долларов суммы, полмиллиарда судебной издержки, он лишился, у него было заморожено в Штатах имущество на 22,6 миллиардов долларов. При этом британский суд выступил на стороне Казахстана, а против Казахстана выступил стокгольмский суд, стокгольмский арбитраж. И американцы приняли сторону Стокгольма, хотя у них право английское. Вот. То есть это нелепая вещь, когда, во-первых, выбирают не тот суд, а самое главное, в обеспечении 1 миллиарда замораживают 22,6. Потому что в Европе тоже заморозили на многие миллиарды денег активов Казахстана в обеспечении этого иска. И в целом в Штатах заморозили 47,6%, по-моему, процентов международных резервов, а в Европе заморозили столько, что вообще по оценкам там до 3/4 международных резервов Казахстана заморожено. Это генеральная репетиция. И в августе еще Трамп подписал закон, по которому наши активы можно замораживать. Ни один либерал не шевельнулся, чтобы спасти наши активы. Это очень наглядно показывает, кто хозяин правительства Медведева. Михаил, вот давайте представим такую картину. Хорошо, санкциями, как вы только что сказали, полностью изолировать Россию не получится. А можете ли вы примерно представить, что будет с Россией, если, по мнению Германа Грефа, нефтяной век страны закончится через 12 лет? Знаете, я очень хорошо помню, как в начале нулевых годов были хорошие исследования, тщательные, что российская нефть закончится в 2014 году. Просто закончится. И когда я общался с геологами, я пытался им объяснить, что, дорогие друзья, вы поймите, пожалуйста, что наличие нефти — это вопрос цены. При 40 долларов за баррель у нас одни запасы. А при 60 долларов за баррель уже можно разбуривать шельф. Не тяжелую Восточную Сибирь, а шельф практически уже выгодно. А при почти 70 долларов за баррель это вообще рай земной. А геологи, они не мыслят в категориях себестоимости. Они мыслят в категориях есть или нет. Можем мы достать или не можем достать. И я понимаю геологов, но господин Греф еще раз подчеркивает, что он юрист. Что понятие себестоимости для него имеет какой-то странный смысл. Может быть, он имеет в виду, что через 12 лет мир уже не будет нужна нефть. Но, знаете, мы много времени
слышим эти разговоры. Да, единственная страна мира, которой не нужна нефть, это Украина. Они переходят на дрова. Но вряд ли примеру Украины последует весь мир. И в части топливно-энергетического баланса, и в остальных вопросах. Поэтому господин Греф, прогноз господина Грефа мне напоминает прогноз господина Улюкаева, который, по-моему, на позапрошлом Гайдаровском форуме, он когда там выступал последний раз на «Свободе», я просто видел запись, это совершенно замечательное зрелище, когда он говорит, нас ждут десятилетия дешевой нефти. И зал облегченно вздыхает. Потому что даже там, даже в этом зале либеральном, все понимают, что если Улюкаев сказал, что нефть будет дешевой, значит она немедленно начнет дорожать. И нефть реально немедленно, в тот же, на следующий день начала дорожать. Из $27 за баррель она поднялась, как мы сейчас видим, почти до 70. Так что господин Греф может бредить, даже как господин Медведев. Кстати, о господине Медведеве и Гайдаровском форуме. Выступая на форуме вот, буквально на днях, Дмитрий Медведев сказал о том, что мир вступил в так называемую криптовалютную гонку. Скажите, пожалуйста, как отразится на российской экономике вот эта истерия вокруг биткоинов и прочей криптовалюты, которая сейчас наблюдается? Вы знаете, особо не отразится. Конечно, криптовалюты будут развиваться дальше. А биткоин обесценился в два раза, если брать с пика, но такие корректировки были раньше. У него возникли серьезные технические проблемы. Ну, их как-нибудь решат. А биткоин бросает вызов всем развитым странам, потому что это валюта, которая независима от национального правительства. И это подрыв экономического суверенитета. Биткоин не является проблемой для Венгрии, потому что у Венгрии, хотя есть своя валюта, нет экономического суверенитета. У них он не является проблемой для Белоруссии, потому что белорусская экономика маленькая и слабая, хотя у них есть экономический суверенитет. И он не является проблемой для нас, потому что у нас экономика довольно большая, но у нас экономического суверенитета нет. У нас все равно есть доллар. Всегда. Все время. Хозяйская валюта, валюта хозяев наших либералов, она есть всегда. И все считают по-прежнему в долларах. Так что как бы нельзя подорвать то, чего нет. Понятно. Давайте теперь вернемся от таких внешнеэкономических проблем к внутриэкономическим проблемам. Сейчас в некоторых СМИ говорится о том, что правительство рассматривает в ближайшем будущем для повышения расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру либо налоговый маневр, либо бюджетный маневр. То есть либо повышать цену, порог отсечения, да, в бюджете. Сейчас у нас отсечение начинается от нефти от $40 за баррель, хотят до 45 поднять. Ну, это Кудрин хочет, а правительство не хочет там у них. То есть, или говорится о том, что планируется повысить налог на доходы физических лиц до 15%. И повысить НДС. Как вы относитесь к таким намерениям? Ну, понимаете, если исходить из того, что господин Медведев верит в то, что люди стали жить лучше, налоги он, конечно, повышать будет. Потому что раз люди начали жить лучше, с них нужно содрать шкурки побольше. И, исходя из некоторых его заявлений, он даже может пойти на формально прогрессивную шкалу подоходного налога. Она все равно становится регрессивной с учетом обязательных социальных взносов. Но сама шкала уже будет не совсем плоской. Но на самом деле это единое целое. Господин президент якобы попросил правительство. Ну нет такой формы просьбы, есть форма поручения. Поручения нет точно, это известно. И, возможно, весь этот разговор это просто предвыборная кампания. Но тем не менее, если это действительно имело место, он попросил рассмотреть возможность, это называется бюджетный маневр, повысить на 2,3% ВВП расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру. Что будут делать на эти деньги образование, здравоохранение, инфраструктура, неизвестно никому. Поэтому
Путин-то, наверное, хочет как лучше, хочет обеспечить развитие. Ну, а если речь идет не о том, чтобы что-то сделать, а о том, чтобы просто освоить деньги, ну, в соответствующих сферах, наверное, хотят просто их попилить, как обычно это бывает. А, соответственно, никто не хочет увеличивать расходы бюджета, хотя бюджетные резервы по-прежнему колоссальные. Соответственно, возникает вопрос, откуда взять деньги. 1% собираются взять за счет сокращения расходов на правоохранительные органы и контрольно-ревизионные органы. Там действительно есть что сокращать, но я подозреваю, что это просто месть Голиковой за то, что она докладывает реформаторам и либералам о том, как много они воруют и как много денег они просто разбазаривают даже без всякого воровства. Это никому не может понравиться, и я думаю, что первым объектом сокращения расходов будет Счетная палата. Чтобы госпожа Голикова не чирикала. А реальную угрозу она не представляет, потому что она не может требовать возбуждения уголовных дел по своим, так сказать, разработкам, но эффект от ее выступления очень сильный. А второе направление, еще 1% пункт ВВП, нужно откуда-то взять. А есть или мы смягчаем бюджетную политику, и Кудрин говорит, давайте мы повысим цену отсечения с 40 до 45, а заодно проведем приватизацию, называется, структурной реформы. Ну, а ему отвечают, приватизация — это хорошо, приватизацию мы сделаем, но не будем повышать порог отсечения, а давайте мы повысим налоги. О том, каков уровень этих людей, свидетельствует то, что обсуждение повышения налогов идет одновременно с требованием обеления экономики. Да, то есть вы не можете вывести экономику в тень, из тени в свет, не снижая налоги, которые эту экономику в тень загнали. Конкретно обязательные социальные взносы, которые у нас, чем человек беднее, тем больше он должен платить. Но даже такую простую вещь представитель нашего правительства осознать не в состоянии. Или в состоянии, но тщательно это скрывают. В самом начале вашего ответа вы говорили о том, что господин президент там о чем-то просил правительство. Однако же были так называемые майские указы, адресованные правительству. Они, к сожалению, не выполняются. А в чем причина? Это откровенный саботаж или это элементарное неумение сделать так, как нужно? Понимаете, если я чей-то начальник, и мой подчиненный занимается саботажем, то я его посажу. Если длится 6 лет. Если мой подчиненный не занимается саботажем, а просто не справляется, знаете, за 5 лет можно козу научить ходить по проволоке. Не говоря уже о целом правительстве. Их можно чему-то научить. Если они хуже козы, не обучаются вообще никак, тогда их можно заменить на коз, которые будут обучаться. Ну, как Ленин говорил, там, кухарок набрать каких-нибудь. Что, перефразирую известное выражение, любая кухарка была бы лучшим министром экономического развития, чем господин Улюкаев и, на мой взгляд, чем господин Орешкин. Вот. И здесь речь идет скорее о другом. С правительством все понятно. Майские указы, направленные на развитие и обеспечение благополучия России. Для либерала, который служит не народу, а глобальному бизнесу, а каждый рубль, направленный на обеспечение благополучия страны, это рубль, украденный у глобальных спекулянтов. Потому что если деньги даны учителям, врачам, если на деньги построен завод, эти деньги уже нельзя украсть. Как у Ильфа и Петрова в 12 стульях. Сокровище было здесь, но его нельзя было украсть, унести с собой. Вот. А для президента, я думаю, все достаточно просто. Он занимается вопросами сиюминутного выживания страны. Если посмотреть вопросы, которыми он занимается, просто видно, в каких вопросах он полностью в теме, а в каких вопросах он отделается общими словами. Он занимается вопросами выживания. Противостояние международному терроризму, глобальная конкуренция, стратегические экспортные проекты, кадры, еще что-то. А он не воспринимает социально-экономическую ситуацию в стране как текущую угрозу существования страны. Ну, если у вас одновременно смертельное заболевание и насморк, да, вы насморк отложите на потом, вы займетесь лечением
того, что действительно вас может убить прямо сейчас. Он находится в том же самом положении, считая, что социально-экономические проблемы — это насморк. Я как экономист считаю, что это неправильный подход. Но, может быть, у меня профессиональный шовинизм. Может быть. Вот. Но экономике и гражданам России это стоит достаточно дорого. Если в нашей экономике сейчас или ожидается в ближайшей перспективе хоть что-то хорошее и позитивное, которое реально принесет в экономике пользу? Куда ни плюнь, везде позитив. Просто этот позитив носит очаговый характер, и развитие у нас осуществляется в порядке исключений. С одной стороны, государство понимает, что да, если у нас не будет, скажем, оружия и не будет армии, то нас ничтожат. И даже в рамках либеральной политики у нас развивается военно-промышленный комплекс. Плохонько, но развивается. Люди понимают, что в принципе, если мы не будем развивать фармацевтику, то рано или поздно нам прекратят поставки лекарств по импорту, и нас уничтожат таким образом. И у нас потихонечку начинает шевелиться фармацевтика. Мы обнаруживаем, что оказывается, даже не в айфоне, а в самом обычном смартфоне, 26 полицейских функций, которые я, например, 23, которых я даже не знаю по порядку, у них там 23. И в принципе любой человек, который общается по телефону иностранного производства или пользуется Gmail почтой, он как бы сообщает все данные о себе нашим уважаемым, так сказать, как сейчас принято говорить, заклятым партнерам. И мы начинаем разрабатывать собственное программное обеспечение и перевозить на него многие важные системы, и действительно имеет место быть. С другой стороны, имеет место народная инициатива. Люди начинают варить, уже начали давно варить сыр в самых неожиданных местах. Многие виды этого сыра, правда, можно есть. Многие виды этого сыра, если вы покупаете у производителя, стоят дешево. То, что потом накручивает на них торговый монополист, это другой разговор. Соответственно, у нас развивается интернет. Мы по уровню развития интернета передовая страна мира, кроме шуток. У нас сельхозреволюция, не только в Брянской области. В Брянской области это вообще притча в языцах. Это место, где люди в условиях нечерноземья получают 100 центнеров пшеницы с гектара, причем твердых сортов, из обычной пшеницы, и 400 центнеров картофеля. То есть это невообразимые результаты. Просто без генетически модифицированной продукции, без всего, просто соблюдая грамотно изъятую из Запада технологию, которую никто никому не передает. И учат этому всех желающих. Но помимо этого у нас много других хороших мест, где тоже происходит развитие. Но это развитие носит очаговый характер. Понимаете, очаговый. А что нужно сделать для того, чтобы объединить эти разрозненные очаги в один большой костер? Ну, самое главное, нужно обеспечить модернизацию инфраструктуры, а для этого нужно обеспечить ограничение произвола монополий, ограничение коррупции и ограничение финансовых спекуляций. Если говорить языком производителя, нам нужны дешевые кредиты, а для этого, уважаемый товарищ производитель, получив дешевый кредит, не должен иметь возможность немедленно отнести его на валютный рынок. Это ограничение финансовых спекуляций, без которого развитие невозможно на нашем нынешнем уровне зрелости финансовой системы. Все страны, которые стали крупные развитыми, они вводили у себя ограничения. Для наших либералов это осквернение святыни, потому что либералы живут ради спекуляций. Михаил, я благодарю вас за предоставленную информацию и надеюсь, что Спасибо. В руках которых развитие страны все-таки прислушиваются к вашим советам. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Счастливо.